Первые мои воспоминания о телевизоре, они очень такие яркие, потому что это была самая любимая и, наверное, самая долгожданная вещь в доме. Мы всегда очень ждали, когда была возможность посмотреть телевизор и свои какие-то детские программы, потому что была конкуренция, были взрослые, у которых шли новости или еще какие-то программы. И я помню, что вот такой первый мой взгляд на мой телевизор, это он был кнопочным, это был телевизор «Рубин». И я помню, что кнопки там были жутко расшатанные, поэтому мы как-то еще подпирали их какими-то спичками, бумажками или еще чем-то. И тогда даже не было пульта. Вот. Вроде бы не так давно это было, но как время идет вперед.